9 января в Гомельском горосполкоме пройдет аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков. Предлагается два лота. Оба участка находятся в Романовичах и предназначены для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Средняя цена – около 5 500 рублей. Еще одни торги запланированы на 11 января. Это аукцион по продаже незавершенного строительством незаконсервированного объекта, который располагается на пересечении улиц Кирова и Хатаевича. Стартовая цена – более 2 400 000 рублей. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомель-Геодез-центра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 310948 или в Гомель-Геодез-центре по номеру 419786.